Салют всем. Небольшие обзоры продолжаем по биноклям. Сегодня рассмотрим бинокль фирмы Хавки, серия Премьер 1042. Коробка поставочная. Очень симпатично выглядит. В комплект поставки входит мануал на нескольких языках. По-моему, русского там нет. Бинокль поставляется вот в таком неопреновом чехле. Клевый, непромокаемый неопреновый чехол. С возможностью зацепа на пояс. Такая вот жесткая пластиковая штучка. Также тряпочка в комплекте для оптики, как обычно. И тоже клевый неопреновый ремень для шеи с фирменным логотипом Хавка. Непосредственно сам бинокль. Корпус обрезиненный. Ну, не та резина, которая прям мягкая, а такая плотная резина. Можно даже подумать, что это пластик. Но это резина. То есть, если прищупаться, можно дощупаться. Итак, по РУФ системе построена оптическая схема. Газозаполненный и т.д. и т.п. Крышки у нас в комплекте окулярные идут с возможностью привязать их куда-нибудь к корпусу. Выдвижные наглазники. Вообще классная штука. Молодцы, кто придумал выдвижные наглазники, люди. Здесь у нас на одном окуляре на правом есть отстройка по диоптриям. Колесо такое плавно тяжелое, нормально крутится. Объективные крышки. У нас с нитеряшки. В комплекте стоят с нитеряшками. То есть вот так. Ну, спецэффекты с просветлениями. Все как всегда. Голубая картинка. На самом корпусе ушки для ремня. Логично, если есть ремень. Корпус может складываться. Регулировка межзрачковой базы. Центральная фокусировка. Крутится легко, но не свободно. То есть болтаться не будет. Картинка тоже четкая. В принципе, у Хавка оптика нормальная. Ну, примерно так. По комплектации, по внешнему виду. Как-то так. Всем счастливо. Всем пока. Счастливо.